без гражданской позиции, наверное, уже не поэт. А сейчас я вам прочту стихи моего хорошего друга, который, надеюсь, будет здесь в среду. И вы его, наверное, на вечерах в Ходынке уже видели. Это замечательный русский поэт, создатель музыкальной группы, которая на радио «Шансон» занимала много-много раз всякие призовые места. Группа называется «Рядовой Дарин», а поэта, собственно, так и зовут Дмитрий Дарин. Сидел на грязной мостовой пригожий майский день. Старик, поникнув головой, в свою упершись тень, сидел с бутылкой в руке среди толпы один, а на потертом пиджаке вдруг орден за Берлин. Звенела новая листва, шумела молодежь, как гильзы падали слова, даешь их так, даешь. Два пионера подошли с участием в глазах. Подняли старика с земли, а он, хрипя, сказал: «Эх, что-то мне нехорошо, дороги не найду. Вот до Берлина я дошел, до дома не дойду». Тот шепот, громкий, как набат, событий мне не дано. В России брошенный солдат пил горькое вино. Он шел, опершись на детей, нетрезвый и святой. И дети вместо костылей долг исполняли свой. У нас ведь правды не найти, пусть будет хоть такой, кто до Берлина смог дойти, чтоб смог дойти домой.